К другим темам. Тверь в определенной степени можно назвать авиационным городом. Здесь дислоцирована 12-я гвардейская военно-транспортная авиационная Минская дивизия. Именно поэтому в Мигалове установили самолет-памятник МиГ-23 в Новом сквере, который разбили в микрорайоне в этом году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. На торжественном открытии общественного пространства в начале сентября побывала губернатор Игорь Руденя. «Хочу поблагодарить жителей Твери, ведь именно вашими стараниями на федеральном ресурсе через голосование был выбран данный проект. Уверен, это только начало большой работы по благоустройству микрорайона Мигалова, где живут и трудятся люди, обеспечивающие национальную безопасность», – сказал Игорь Руденя. Логическим завершением всей работы стало вручение благодарности и благодарственных писем военнослужащим, которые принимали активное участие в восстановлении истребителя-бомбардировщика. Очень здорово, что этот труд их имеет логическое завершение и благодарность как от главы города, так и от губернатора. Для нас это тоже большая честь и большая радость.